Друзья, всем большой рукодельный привет! Меня зовут Таня, и вы на моем канале My Home and Cross Stitch Love. Перед вами замечательная картинка, замечательный дизайн от Lucas. Это набор, который я вышивать начала еще в прошлом году. Сейчас я активно его вышиваю, каждый день по 1500 или 2000 крестиков у меня получается. И я очень этому рада, потому что планирую закончить вышивать этот процесс 1 декабря. Но сегодня, когда фотографировала для Instagram эту картинку, решила, что, наверное, я подвину немножко свои планы и поставлю цель закончить этот дизайн до 1 ноября. То есть сегодня 1 декабря, и у меня ровно месяц, чтобы закончить этот процесс. Здесь вышито более 50%. И, честно, глядя так на схему, кажется, осталось немного. Но когда я берусь за новый участок, мне почему-то все сложнее, потому что после, к примеру, вот этой елочки, абсолютно кажется небольшой и маленькой, мне показалось, что невероятно сложно вышивается этот дизайн. Это был какой-то один день, и в этой елке просто какая-то мешанина цветов. Здесь много одиночек, очень много цветов, я считаю, для этого маленького сюжетика елочки и человечка рядышком. Он тоже вошел в эту категорию сложностей, которые я поставила, да, в этом процессе. В общем, много серых оттенков. Сначала кажется, что смотришь на небо, карета красная, здесь и птички, кардиналы красные. Кажется, много ярких цветов и будет вышиваться легко. Но все-таки цветов здесь серо-голубых больше, чем ярких, и это утомляет. Сложностью для меня оказалась вот эта дорога. Потом вот здесь вот небольшой участок тоже со снегом. И вот эта елка, повторюсь, она просто меня размазала, если можно так выразиться. Далее идет опять серый дом с белой крышей. И в общем, получается, что вы постоянно вышиваете серо-голубыми оттенками. Что сказать? Нет, я не устала от этого дизайна, мне наоборот нравится. Сейчас у меня азарт ее закончить, эту картину, и я все быстрее и быстрее начинаю ее вышивать. Осталось совсем чуть-чуть, и я планирую прям ее в ближайшее время закончить. Правда, ставлю месяц себе в планы и надеюсь, что у меня все получится. Что еще хотела я сказать по поводу этого дизайна? Он, конечно же, сказочный, невероятный, и, казалось бы, вот здесь вот сидишь, вышиваешь какую-то кучку очередных крестиков, потом отходишь, а здесь, оказывается, вот три человечка стоит. Очень красиво. И маленький фонарь, и на фонаре уже виден венок с красным бантиком. В общем, зимняя и новогодняя тематика вышивки моя любимая. Поэтому, конечно же, с большим удовольствием я вышиваю эту работу. И, наконец-то, в моей кухне, где стоит елка в зимний период, будет висеть такой вот новогодний зимний волшебный дизайн. Потому что сейчас там в рамке пионы. И уже сколько лет, мы 6-й год живем в этой квартире, и 6-й год я мечтаю пионы снимать 1 декабря и на их место вешать какую-то зимнюю красивую картинку. Вот она наконец-таки у меня появится, чему я очень-очень рада. Поделитесь в комментариях, как вам этот дизайн. Возможно, вы тоже его вышиваете или планируете вышивать. Мне будет интересно почитать. А дальше расскажу вам еще, какой у меня есть новый процесс. Тоже новогодний, и мы с вами съездим во Львов, прогуляемся по рукодельным магазинам. Все это впереди, поэтому оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. А сейчас перед вами превью набора «Парижские вышивальщицы». Это схема и была основа для этого дизайна. Набор без ниток, просто схема и ткань. Мне купила в Париже этот наборчик моя подружка еще в прошлом году, прислала мне его, и я планировала прошлой зимой его начать, но так у меня не получилось это сделать, причем не хотелось начинать, чтобы это был просто еще один процесс, а хотелось уже вышить, и чтобы был у меня вот такой вот замечательный дизайн готов.
Парижские вышивальщицы предлагают этот дизайн оформить как полотенечко для кухни, но я хочу сделать баннер из этого, поэтому полотенце не то чтобы мне жалко, я не жалею свою вышивку, я всегда об этом говорю, когда вышиваю салфетки, скатерти, мне не жаль, честно. Если даже запачкается или что-то случится, как-то у меня всегда все отстирывается, есть средства специальные, с которыми легко сейчас жить, скажем так, и пятен нигде на скатертях у меня нет, ни на вышивке, нигде. Поэтому я не хочу сейчас делать полотенце только лишь потому, что мне кажется, для полотенца здесь слишком много вышивки, и это такая получается даже больше картина и декор, может быть, да, что я и придумала сделать из этого баннер. У меня есть место на кухне, где можно повесить, поэтому вышью и сошью с новогодними тканями, будет, мне кажется, замечательно, как дополнение к декору моему зимнему и новогоднему, который у меня есть. Что у меня получилось? Я начала вышивать. Вот замечательные домики уже есть. Два из них полностью вышиты, еще три. И так я решила двигаться снизу вверх. И, в принципе, наверное, домики – это самые большие элементы в этом дизайне. Дальше будет быстрее и легче. И посмотрите, какая классная здесь основа. Основа лен, такие вот крупные квадраты бежевого оттенка. Мне кажется, камера передает как серый оттенок, но ближе к коричневому все-таки. Я, конечно, в восторге от разработки. Я люблю парижских вышивальщиц и вообще французскую вышивку. Люблю примитивы. Они уютнейшие просто для зимы и Нового года особенно. Поэтому я с большим вдохновением и любовью вышиваю. Мне очень нравится, что получается. Я очень благодарна Оле за то, что она в любой момент может мне купить и выслать все, что мне понравится, так как в Украине сложно найти эти дизайны и наборы. Работаю над этим дизайном, но пока недельку я вот вышиваю активно канун Рождества, и домики отдыхают от меня, а я от них. Но, повторюсь, в канун Рождества много серо-голубых оттенков, я от них устаю, поэтому я придумала, что буду переключаться на этот процесс, и у меня это хорошо получается. Планирую до 1 декабря завершить вышивать и оформить в баннер. Конечно же, вы все увидите, я вам все обязательно покажу, как только все сделаю и сошью. А что по поводу шитья? На этой же неделе я шила тоже, но ничего прикладного, а я шила мишек в технике Теди. И сейчас я вам покажу, что у меня получилось. А получился у меня вот такой вот замечательный мишка. Он сшит из специальной шкурки такой лохматой. У него стеклянные глаза, вышитый нос, двигаются все лапы, все части тела. Рост его 29 сантиметров. Наполнен он опилками. И еще в нем вставлен ревун. Если кто не знает, сейчас вам покажу, что это. Вот такой замечательный Миша. Просто у меня нет слов, честно. Я подарила ему такой вот мухоморчик. Он теперь с ним в обнимку сидит. И, если честно, я пока еще думаю, какую ему одежду сшить или связать. Спрашивала в Инстаграм тоже. И мне все написали, что нужно вязать свитерок. Но пока у него вот такой вот кружевной бантик. Он со мной ездил во Львов, я его там везде фотографировала. Фотографировалась вместе с ним. Если вы не видели, зайдите в мой Инстаграм, и там посмотрите, замечательные фотографии есть. Я, если честно, всегда думала, что маленьких, вернее, больших мишек шить легче, чем маленьких. Но я скажу вам, я ошибалась, потому что наполнять опилками оказалось намного сложнее, в том плане, что нужно очень плотно набивать все части. Вот они, даже если вы услышите, стучит. Это означает, что опилки очень плотно набиты в мишку.
Маленькие мишутки и вообще зверята, это мой первый мишка, они как-то полегче набиваются, а большой его набиваешь, а он все-таки мягкий и мягкий, а должен быть достаточно твердым. Я начала шить коричневого и белого мишку. Белый еще не готов, но покажу, как он выглядит, когда только-только вот его начинаешь делать. Вот, к примеру, голова белого мишутки. У белого я планирую сделать тонировку, затонировать глазки, лапки. Ну, в общем, посмотрим, что получится. Но тоже мордочка очень хорошая получилась. И вот такая вот у него лапа огромная. То есть вот это наполнять все не так уж и легко. К примеру, вот даже тельце нужно вставить тоже ревун и наполнить опилками. В общем, у меня были все пальцы в ранах, вот только позаживали, и я вот планирую приступить, закончить белого медведя. Планировалось, что белый это будет девочка, то есть какое-то платье или сарафан должен быть, а коричневый мальчик, и это должна быть вот такая вот замечательная парочка. Ну, посмотрим. Пока мне нравится этот малыш с бантиком. Знаете, как-то вот я их шью, и мне как-то так жалко прятать их под одежку, вот эту вот замечательную шкурку, вообще эти все лапки. Хочется, чтобы он вот просто такой вот был красивый с бантиком. Но в Инстаграм очень много фотографий, где эти игрушки в пиджаках, в рубашках, в брюках, и мне так нравится эта одежда. Посмотрим, может и у моих тоже когда-то появится. Что по поводу вязания? Вязала я тоже на этой неделе, и сейчас покажу, что получилось у меня. Из вязания я начала плед. Плед, сейчас ищу моток, из вот такой вот пряжи. Это шерсть, она совсем не колючая, очень даже мягкая и приятная. И что мне очень нравится, она очень легкая. То есть плед будет совсем не тяжелый. Здесь у меня получается 2,5 мотка уже. Мне очень нравится, что получается. Я выбрала простой узор. Это платочный, по-моему, если я не ошибаюсь, называется. Только лишь потому, чтобы был виден переход цвета. Очень красивое сочетание оранжевых, зеленых, фиолетовых и розовых оттенков. Для меня это все осень, такой Хэллоуин, осень. Как-то очень ярко и сочно получается, и мне это очень нравится. Такой процесс отдых у меня под какой-нибудь фильм. Вечером я не спешу абсолютно никуда, поэтому у меня так немного связано. Вяжем мы в компании в Инстаграм. Тоже девочки ставят тег, если вяжут со мной плед, и просто друг друга вдохновляем фотографиями. Всех показываю в сторис тоже, если вам интересно, там у меня есть пост в моем профиле, зайдите, почитайте. И что я еще придумала на этой неделе? А придумала я попробовать, так я это называю, микровязание. Что для меня микровязание? Это очень тонкая нитка, такая чуть толще швейной, и маленький крючок, крючок номер 07. Он очень мелкий, и я придумала связать салфетку больших размеров, но именно чтобы она была вот из такой вот тонкой нитки. Если, к примеру, это был бы крючок хотя бы полтора, то уже диаметр был бы, ну, в 2 раза был бы диаметр этой салфетки. А так, видите, совсем мало и совсем крошка. Но очень тонкая работа, и это мне нравится. Иногда, конечно, не так уже и легко вязать. Мне кажется, что все равно какие-то крупные у меня петли получаются. Но, скажем так, я пока учусь. Еще не вязала никогда такими тонкими нитками. Только браслеты с бисером у меня были. Я использовала эти ниточки. А именно чтобы салфетки и скатерти, то нет. Посмотрим, как получится. Тоже мой такой вязальный процесс. И на сегодня их вот 2. Это плед и это салфетка. В планах начать еще вязать один свитер. И если получится, я планирую сходить на мастер-класс. Вообще какой-то этот год у меня получился учебный, если можно так сказать. Я очень много прошла мастер-классов, очень много их купила, очень много было онлайн.
И что больше всего мне в этом нравится, что я их не просто покупала, а я действительно их проходила, у меня есть результаты. И что касается мишек, игрушек в технике Тедди, то это все результат мастер-классов. Очень многому я научилась и очень этому рада. Мне нравится что-то открывать в рукоделии для себя новое, это меня вдохновляет. Наверное, я устаю делать каждый раз одно и то же. К примеру, вышивка крестом для меня это одно и то же. И я ищу для себя какие-то альтернативы, чтобы было всегда со мной вдохновение. Без этого никуда. Я человек, который следует только по вдохновению, только в удовольствие, в плане хобби. Даже снимать видео для меня, это должно быть особое настроение и вдохновение. Надеюсь, вы меня понимаете. Надеюсь, вам было со мной интересно. Поставьте лайк и обязательно подпишитесь на мой канал. Мне будет приятно. А сейчас я вам покажу покупки. Конечно же, у меня еще в этом месяце были классные покупки. Но покупки покупками. Пошла я, значит, все принести и увидела превью. Вот же она красотка. Как я могла забыть вам ее не показать? Я вышила ведьмочку от Милхил. Посмотрите на эту прелесть. Взяла я ее тоже как отдыхалочку от канона Рождества, чтобы отдохнуть от бледных оттенков ниток. А здесь, как вы видите, все очень ярко, блестящий бисер. Красивая, страшно красивая. Мне нравится эта ведьмочка давно. Купила я как-то тоже наборчик давно и думаю, надо ее вышить. Единственное, по задумке Милхил... Ой, сейчас где превью. Вот у нее, видите, вот здесь желтая звездочка. Она должна быть вышитой. И здесь не было никакой пуговки. А я решила, что у меня есть пуговка желтая звездочка, и зачем я буду ее вышивать? Я просто ее пришью. И мне кажется, получилось очень круто. Я думала, если честно, что она поменьше. Она такая не маленькая дама. Но выглядит классно. Почему-то мне кажется, что на нее не хочет фокусироваться камера. И вышивала ее, наверное, где-то 2 вечера. Я знаю, многие не любят эту тематику, но мне нравится. Как декор, как осенний декор, мне кажется, это прекрасно. А что с покупками? Покупки были небольшие, сразу скажу. Я купила эту замечательную брошь у Ани. Вот ее никнейм в Инстаграм. Вы можете посмотреть, если вы ее еще не знаете. Замечательные брошки. И это новинка Рябина. Честно признаюсь, даже, видите, не открывала, потому что я уже Ане говорила, что мне очень жалко всегда развязывать эти бантики на коробках. Не знаю, буду ли в этом сезоне вышивать. Все может быть. В принципе, работа небольшая. Я вышиваю эти брошки быстро. Посмотрим. Не буду загадывать. Сейчас я пошуршу за кадром и достану пуговицы. У меня есть один вышивальный проект с пуговками. Я под прошлым видео оставляла ссылку и решила... В общем, меня так он вдохновил, что я решила скупить все пуговицы, которые мне понравятся, которые я найду. Вот они. Просто замечательные пуговки, которые я буду использовать в одном из вышивальных проектов. И я показывала пуговички в прошлом видео. Мне Ангелина подарила вот такую замечательную коробку. Я думала, у меня же нет бисера. Вот для чего бы применить эту коробку? А обычно я все подарки рукодельные, обязательно у меня такой пунктик, я должна их применить или вышить тут же, сразу же, чтобы вот просто так лежали. И когда я поняла, что здесь будут жить эти пуговицы, это просто замечательная коробка и замечательный дом для пуговиц. Поэтому все эти пуговки тоже я пересыплю в эту коробку. Пока лежали, специально для видео хотела показать вам. И я купила еще схему. Давно гонялась за этой схемкой, никогда не получалось у меня купить ее. Всегда не было в наличии. Как только появится, я не успевала, сразу кто-то
впервые меня покупал. Есть еще зимний дизайн, по-моему, у меня он есть или нет. В общем, я не помню, но точно знаю, осенний мне очень нужен был. Тоже очень красивый. Но пока это просто схема, не хочу, чтобы это был процесс. Пусть пока полежит. И еще два отреза тканей. Это Мурана с люрексом и вот такой вот, по-моему, это Белфаст. Нет, это Эдинбург. Такой серо-графитовый классный цвет. Под один зимний мне нужен. И мой любимый Мурана с люрексом. Не скажу, это секрет. Здесь будет вышито два дизайна. И один от Dimensions. Сейчас я буду показывать дальше покупки, и вы, скорее всего, поймете, какой именно это будет дизайн. Но один еще дизайн из журнала с французской вышивкой. Это будет тайный пока проект. Я вам пока не расскажу, потому что уже оформление сегодня получу для этого проекта, и я уже прям вот сегодня начну вышивать. В общем, скоро сами все увидите. А дальше я предлагаю вам прогуляться вместе со мной по Львову, зайти в рукодельные магазинчики, и потом уже я покажу, что же купила я во Львове.
Магазин, который мне напоминает очень магазины в Париже. И сама хозяйка сказала, что она вдохновлялась именно магазинчиками из Парижа. Конечно, витрина потрясная. Такой магазин должен быть в Киеве. Но это Львов. И мы с вами гуляем по Львову. А во Львове я целенаправленно зашла в магазин «Лолитка». Мне очень он напомнил французские магазины. Конечно, у них очень красивая витрина. Прям очень атмосферно. Мне очень понравилось, я такое люблю. И шла я в «Лолитку», чтобы купить вот такой вот магнит для иголок от производителя Caterpillar. Я за ними давно слежу в Instagram, и я не представляла вообще, как можно купить этот магнит где-нибудь у нас. И оказалось, что есть в «Лолитке» эти магниты. Они очень крепкие и держат просто круто иголку. Мне показывала хозяйка магазина, я ее там застала. И она тоже сидела, вышивала новогодний дизайн. И у нее были новогодние эти магниты на работе. И, конечно, они очень крепко держат, даже ножницы. Купила я еще иголки, острые иголки. Она мне посоветовала. Мне нужны были острые иголки для вышивки гладью. У меня есть один гладевый процесс новогодний. И я хочу его тоже в этом году закончить. Это скатерть. И меня всегда останавливало то, что мне было ужасно неудобно. У меня всегда были какие-то тупые иглы. Но, надеюсь, эта проблема решена. И эти иголки мне подойдут. В общем, скоро попробую. И еще я купила журнал в свою коллекцию. Французский журнал, листать не буду, но здесь классные дизайны, связанные с рукоделием, вышивкой. Вот замечательная девочка с нитками. То есть тоже такой очень уютный журнал для таких прикладных каких-то оформлений. Когда-нибудь покажу вам, может быть, в отдельном видео. Я вообще много за последнее время купила журналов и книг. В общем, если интересно, оставляйте в комментариях пожелания. Я обязательно сниму еще одно видео со своими книгами и журналами. Одно уже есть, а возможно, уже новое нужно снимать, потому что покупок было много.
И, конечно же, во Львове есть еще один замечательный магазин «Мережка», и я забежала к ним тоже. Они продают в магазине, вообще ассортимент в магазине очень большой, все можно купить для рукоделия. Но есть и даже многое для вязания. Я купила 2 мотка ниток, вот таких вот оттенков, чтобы вязать одежду для игрушек. Я всегда покупала такие ниточки, но это новый для меня производитель, как бы я знала о нем, и у меня есть другая пряжа, Нака, а это Нака Боха, это новинка, и вот такие вот, это носочная пряжа, то есть получается вот такой вот узор просто из одной нитки. Сначала кажется, что это замена нити, полосочки, точечки, вы сами вывязываете, но нет, это специального окрашивания такая вот пряжа. Очень люблю такую пряжу и решила купить таких вот осенних оттенков. Далее я не прошла мимо наборов от Милхил. Давно хотела этот дизайн и хотела его вышить для рукодельного своего уголка, чтобы украсить им вот такую свою вышивальную атмосферу. Пока полежит, подождет своего часа, вышивать не планирую. Купила, наслаждаюсь тем, что он у меня есть. Но опять-таки все может быть. Возможно, сегодня вечером сяду и начну. Дальше мне подарили замечательный магнит. Вообще, я последнее время так люблю магниты, особенно если они такие вот качественные и крепкие, крепко держат иголочку. Классно, прям в восторге я от этого магнитика. И купила я еще один набор от Dimensions. Это новинка этого года, по-моему, если я не ошибаюсь. Как же мне нравится этот дизайн. Каждая веточка, каждая птичка, банка, чашка просто потрясающе. Мне нравятся цвета, мне нравится все в этом дизайне. И здесь 14-й каунт Аиды, и я хочу заменить на Мурана с Люрексом. Вот, поэтому вот начать честно хочу после того, когда закончу канун Рождества. Вот я решила себя наградить новым стартом в виде вот такого новогоднего дизайна. Я вообще рада, что уже можно начинать вышивать эти новогодние дизайны, потому что я сезонная вышивальщица, и как-то летом мне не так интересно. А вот когда наступает осень, я сразу же уже посматриваю в сторону новогодних, зимних дизайнов. И в этом году решила приступить уже с сентября, чтобы не терять времени. Еще хочу показать вам, мне дали в магазине вот такую вот стопочку с отрезами ткани. Это равномерного переплетения ткань. Она немножко тоньше, чем Мурана, но здесь есть вообще просто потрясающие оттенки и цвета. И владелица магазина, она просто говорит, что даже можно такую ткань купить на одежду и просто на ней вышивать. Я считаю, это идеально, что может быть, если вы хотите одежду с вышивкой, и, к примеру, Мурана будет слишком плотная для рубашки, если взять рубашку или платье. А вот это просто замечательный, мне кажется, вариант. И какой-то примитив вышить, и это будет просто эксклюзивная вещь. Вот такие были покупки. Я очень вдохновлена поездкой во Львов. Мне понравилось, что там очень открытые люди в рукодельных магазинах. Это просто замечательно, когда тебя в магазине ждут, узнают. И я все же верю в то, что, знаете, владельцы магазинов, блогеры, люди, которые увлеченно ведут свои рукодельные профили, рано или поздно будут объединяться для того, чтобы делать какие-то крутые совместные коллаборации. Я вот жду, честно, этого момента, когда наши блогеры поймут, что вместе мы сила, правда. Не для того, чтобы было 1 000 000 просмотров или лайков, а для того, чтобы создавать интересный контент. И на этой замечательной ноте я хочу пожелать вам море вдохновения. Хочу пожелать нам всем, знаете, такого состояния, когда тебе хочется просто летать от того, что у нас
самое красивое хобби, от того, что у нас есть возможность все это делать собственными руками. И я рада снимать для вас видео. Надеюсь, вам со мной интересно. И я говорю вам пока и до новых встреч в новых видео.